Здравствуйте, друзья! Вот себе решил построить теплицу, бюджетную теплицу. Теплица будет у меня с бруска 50 на 50. В качестве фундамента я буду использовать вот такой уголок сечением 50 на 50, толщиной 4 или 5 миллиметров. Это я разобрал старый стеллаж в погребе. Все, что уцелело, пойдет на строительство теплицы. Вот я уже начал вбивать угловые стойки, вернее, уголок под стойки. Вот один, вон второй. И вон два еще. Как я делал, устанавливал эти стойки? Для начала я забил вот этот первый уголок, потом отмерил, у меня теплица будет 3 на 5,90, отмерил туда 3 метра, забил эти два уголка уже капитально, то есть я их уже вытаскивать не буду. А вон те два, вот этот и вот этот, и с помощью их я буду выставлять диагонали, чтобы у меня вот эта диагональ сошлась с той диагональю. Поэтому я их просто наживил, так заглубил на 10-15 сантиметров. И теперь буду равнять диагональ. То есть туда или сюда буду их перемещать. Дальше я установлю, забью такие же уголки по всему периметру, шагом 1 метр. У меня получились вот эти угловые уголки и те, и плюс еще будет 2 посередине. Длиной 75 сантиметров, все остальные длиной полметра. Чтобы мне выровнять диагонали, мне нужно установить вот эти стоечки в строго вертикальном положении. И та так само выставлено вертикально. Сейчас возьму рулеточку и проверю диагонали. Вот первая диагональ 664. Вторую сейчас померяю. 666, то есть на 2 сантиметра это длиннее получается. Снова проверяю диагонали. У меня получилась вот та стоечка. Ушла вправо чуть-чуть. Итак, смотрю. 6,64. Теперь эту диагональ. 6,64. Идеально ровно.
на этом этапе работ вот это будет самое тяжелое. Изначально выставить первые 4 стойки, выровнять диагонали. Здесь нужно повозиться немножко. Вот я эти стоечки туда-сюда двигал, потом между собой должно быть расстояние 3 метра. И эти расстояния 5,90 тоже должны быть соблюдены. Я только что все промерил, все ровно. Сейчас забью вот эти 2 стоечки и буду устанавливать уже промежуточные стойки. Вернее, промежуточные уголки под стойки. Дальше я взял вот такой шпагат и натянул его по всем 4 столбикам. Теперь через метр буду забивать остальные уголки и равнять по этому шпагату или нити. Ну вот, закончил я установку всех уголков по периметру. Можно сказать, что фундамент под теплицу готов. Теперь я буду сверлить вот с этой стороны в каждом уголку отверстие под болт 8, скорее всего. И вот так везде в уголку просверлю. И уже сам брусок буду крепить с помощью болта и гайки. Всем спасибо за внимание. До новых видео.